«От улыбки до отчаяния, от лютой злобы до вечной любви» – пьеса Шекспира «Ромео и Джульетта» навечно поселилась в искусстве, в том числе в виде проникновенного балета. Классический танец, гениальная музыка Чайковского, сильная актерская игра. Передать философский и исторический смысл пьесы Шекспира непросто, но русскому классическому театру балета это удалось. Знакомый каждому сюжет о несчастной любви юноши и девушки из враждующих семей не оставил равнодушным никого в зале. Зрители смотрели балет в двух актах на одном дыхании, не жалея аплодисментов. На сцене развернулось не только противостояние Монтекки и Капулетти, суровых властолюбивых родителей и их нежно влюбленных детей, яростного Тибальда и легкомысленного Меркуцио, но и старых и новых миров, воинственного язычества и покорного христианства. Меняются эпохи и поколения танцовщиков, но эта история любви, над которой не властно время, волнует и сегодняшнего зрителя. Виктория Мельник, Сергей Василевский, Шелковское телевидение.